20 лет косячил это крыс плешивые. И хочет еще 20 лет угробить. В нашей деревне он уже все угробил. И клуб, и детский сад, и все, что можно уже. Что еще гробить он собрался? Поэтому говорят, что Россия поднялась с колен благодаря Путину. Ну, с колен не знаю, как она там поднялась. С колен поднялась, какой колен? С колен она никак на такие колени она встала с ним. Вы же видите, как люди встают на колени перед ним, просят: Владимир Владимирович, помоги, помоги. Уже смех уже везде. Ну что, помоги. Как видит каждый, что такое колен. Какие зарплаты, какие пенсии, всем известно. Мне вот эта крыса плешивая прибавила 5 лет. Он меня ограбил на несколько миллионов. И таких, как я, миллионы просто. И что, это с колен поднять, что ли? Крыса плешивая. Когда сдохнешь ты. Вы просто какие-то вот удивительные вещи говорите. У нас 86% поддержки Владимира Владимировича, и вы вот сейчас вот говорите, что кругом разруха, низкие зарплаты, будущего нет. Это как вообще понимать? Скажите, сколько вам заплатил Госдеп? Да. За то, что вы такое сказали. Да, я в деревне живу, в такой деревне под Тамбовом, что туда не то, что Госдеп, туда не на тракторе не заедешь, Госдеп там не появится, это ж точно. Когда нам ждать положительных перемен? Или точнее, что нам сделать для того, чтобы эти положительные перемены произошли? Чтобы власть сменилась? Да это обычный вопрос. Для этого нужно просто выйти сегодня, выйти миллион, вот вышло и все, и сменилась власть. Он сразу, это крыс плешивый, забил опять в свой бункер и пищал бы оттуда.